Всем привет! У нас сегодня 20 мая, и я вот сижу, на лавочке сидела, смотрела, ну такая красотища на небе. Солнышко, вот такие вот тучки черненькие, а там вдалеке вот такая белая-белая вот гладь из облаков. И такая красотища, ну прям неописуемо. Прям вот сидишь, смотришь на эту красоту. В общем, здорово. Я что хотела показать сегодня. У нас сегодня были заморозки ночью. Я в 3 часа выходила. У меня вот здесь вот стоит градусник. А вот сейчас, значит, 23. Но ночью у нас было минус 5. И, в общем, у меня вот так подмерзли. Замерзли, можно сказать, помидоры. Но помидоры не все замерзли. Вот где я накрыла, вот они еще более-менее ничего. Ну вот этот вот чуть-чуть подмерз. Остальные там, значит, сейчас покажу. В общем, которые не замерзли, я накрыла. И еще что я сделала. О, нет, это не этот. Сейчас как бы. Я что сделала? Я, значит, подсадила новые помидорки вот к этим, которые замерзли. Что-то как-то не хочется их вытаскивать. Ну, посмотрим, что будет. Ой, одной рукой так неудобно. Так, и вот у меня, вот я говорю, вот часть помидор замерзла, а часть помидор вот не замерзли. И вот я решила, вот этот помидор не замерз. И вот несколько таких штук. В общем-то, грядка вся замерзла. Один ток там более-менее. Там вот тоже несколько штук, и я подсаживала еще новый. Ну, в общем, и вот эти две грядки тоже, значит, здесь замерзшие и подсаженные. Но я не буду уже открывать. Потом, это самое, ну, несколько дней вперед, потом я сниму, когда открою. В общем, накрыла, у нас холодно. 23, но ветер ужасно холодный. И у нас, значит, замерзла фасоль. Фасоль, можно сказать, замерзла вся. Вот. Ну, в общем, в нашем регионе надо, наверное, все сажать под пленочку. В общем, будем на будущее все как-то вот так вот на авось надеемся, что не будет заморозков. Вот, ну, заморозки пришли. Ну, капусточка у меня хорошо вся стоит. В общем, еще что-то обещать, МЧС вчера прислали. Вот ничего не замерзло, только помидоры и фасоль. Вот так все стоит. Но у меня под пленочкой это перец, баклажаны. Вот у меня там все под пленкой. Теперь, значит, нас на будущий год я уже хочу тоже подкупить вот эти дуги и пленку. И вот эти вот такие вещи, как фасоль. Помидоры. Я до последнего надеялась, что не будет заморозка. Ну, заморозок был, было минус 5. Вот. И, в общем, замерзли мои помидорки. Жалко, конечно. Надо было все-таки позаботиться, закрыть их. Но я говорю, я до последнего надеялась, что не будет такого сильного мороза. Потому что вот в Яндексе ничего, ну, а МЧС вчера прислала, что, значит, температура, в общем, будет заморозок у нас, в общем, 21 это мая. Вот. Ну, в общем, я до последнего надеялась, что вот, в общем, ночью не будет заморозка, так как пришло вот такое сообщение. Ну, вот, увы, вот так вот. Ну, а в тепличке у меня вот все нормально. У меня замерз георгин, он стоит. Я его занесла сюда. Я забыла просто вчера его занести. Он подмерз. Не знаю, отойдет, не знаю, нет. Вот. Но здесь у меня помидорки хорошо себя чувствуют. И еще у нас немножко померзла картошка. Вот я тоже хожу и думаю, на следующий год я обязательно, значит, куплю дуги, куплю вот такую раннюю картошку. Сажать в открытый грунт все-таки нельзя, потому что заморозки вот убивают. Вот, вот так вот картошечка. Жалко, такая хорошая была вся. Ну, там я посмотрела, точка роста вот
вроде бы не замерзла. Вот. Ну, не знаю, если, может быть, сегодня опять будет заморозок до 21-го еще. Ну, в общем, не знаю. Кто как бы не пришлось пересаживать нам заново картошечку эту. В общем, ну вот как-то так. Вот. В общем, я прочапала сегодня капусточку всю вот ту. Вот ту. И, в общем, подсадила помидорки. Вот. И, значит, закрыла, собрала ведра, тазы, что есть. В общем, все закрыла, все сделала. В общем, посмотрим. Ну, такие, я выходила в 3 часа. Вот эти цветы все были замерзшие, отошли. Взятые лилии были замерзшие. Вот, и виноград. Часть винограда тоже. Вот здесь прям все, вот такой урожай. Так жалко, ну так жалко. Вот тоже надо какую-то что-то типа теплички делать, потому что вот такая история каждый год у нас. Вот, вот так жалко. Ну прям вот на каждой кисточке, ой, на каждой вот веточке по одной кисточке. Столько много урожая, и каждый год он вот так погибает. В общем, очень-очень жалко. Вот открыла табак. Улетела у меня там пленка, но я на ночь закрою. Баклажанчики у меня так вот стоят. Вроде бы не померзли. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Я дома поставила инкубатор. Но не новый он. Я его купила с рук у одной женщины. Вот. В общем, цветы все оттаяли. Стояли все замерзшие, ночью холодно было. Я 3 часа там уже так смеркалась. Огурчики вот открыла. На ночь закрою их вот пленкой, просто накину. Огурчики стоят хоть бы что. Но они под пленочкой были. Я поставила инкубатор. Купила у женщины еще позапрошлом году. В прошлом году я цыплят не вывозила, что-то неохота было. Вот, и, в общем, это поставила инкубатор вчера вечером, первый раз. На пробу 27 яиц, 3 яйца очень крупные, в решетку не помещаются и не переворачиваются. Поэтому я их это убрала. Вот, и, в общем, на пробу поставила. Я вообще в Золушке в своем инкубаторе выводила, его покупала. И, в общем, тут женщина предложила, я купила. И в этом году решила 27 яиц собрала. В общем, ну, сегодня не буду снимать, потом сниму. Вот, и, в общем, поставила. И так мне нравится, не надо ничего. Каждый... У меня Золушка с ручным переворотом. Постоянно каждые 4 часа. Прям так неудобно. Каждые 4 часа надо открывать, надо все переворачивать. А там автоматически сами катаются так по решеточке, так хорошо. Вот, и, в общем... Это, в общем, вчера я на пробу 27 яиц положила. Потом засниму, когда неохота домой идти. Сейчас все равно пойду домой, но неохота снимать. Вот, потом мне надо очень долго собирать эти видео вместе. Это вот тут целое сняла одно. И сейчас это перетащу, загружу и все. Вот, и не буду собирать. Вот. В общем, вот так вот. Всем пока-пока.